19 работодателей и более 100 вакансий. Центр занятости населения сегодня провел специализированную ярмарку для представительниц прекрасного пола. Несмотря на это, в списке заявленных вакансий были и плотники, и газосварщики, и монтажники металлоконструкций. В этом месяце, месячник у нас проходит занятость женщин, поэтому большее количество вакансий мы предлагаем для женщин. Как подсобные рабочие, мойщики посуды, также и продавцы есть вакансии, инженеры. Поэтому граждане, которые желают трудоустроиться, найти работу, они сегодня найдут, надеемся. Во время проведения ярмарки специалисты Центра занятости давали консультации о том, как правильно подготовиться к собеседованию, и помогали в составлении резюме. Кроме того, здесь же можно было узнать о вакансиях в других регионах страны.